В ночь на воскресенье в Вентспилсе выпал снег. Высота снежного покрова составила 19 сантиметров. Сотрудники комбината благоустройства незамедлительно приступили к расчистке дорог и тротуаров. В работах были задействованы 13 единиц техники. Улицы Вентспилса очистили в приоритетном порядке в соответствии с делением по классам. Снегоуборочные машины очистили главные улицы города и посыпали их солью. Тракторы очистили менее важные улицы, а также публичные автостоянки, внутренние дворы многоэтажных жилых домов, места для парковки вдоль городских улиц и въезды во внутренние дворы. В понедельник на улицах города работали 2 трактора и 2 снегоуборочные машины. Сегодня в Вентспилсе шли дожди, что вызвало интенсивное таяние снежного покрова. Сотрудники Вентспилсского комбината благоустройства ведут круглосуточное дежурство и следят за состоянием проезжей части улиц города.